стремимся быть доступными, полезными для наших маленьких пациентов. Поэтому в мае этого года нашим учреждением был разработан путеводитель для детей, которые оформляются в детские дошкольные учреждения. Согласно этого путеводителя, когда ребенок получает направление в детское дошкольное учреждение, он должен записаться по единому телефону колл-центра в кабинет здорового ребенка. Попадая и на сегодняшний день, запись в кабинет здорового ребенка у нас составляет один день. То есть сегодня позвонил, сегодня можно прийти на прием к фельдшеру. Фельдшер кабинета здорового ребенка выдает ребенку медицинскую карту для прохождения предварительного медицинского осмотра, так называемую желтую карту. Проводит антропометрию ребенку, то есть измеряет рост, вес и дает направление на анализы и записывает на прохождение медицинского осмотра у врачей-специалистов. Непосредственно с сегодняшнего числа, с 10 августа, еженедельно по четвергам мы формируем бригаду специалистов, которая осматривает этих маленьких пациентов наших, которые идут оформляться в детские сады. На сегодня у нас записано 65 пациентов. После того, когда ребенок пройдет осмотр врачей-специалистов, он должен обратиться к врачу-педиатру участковому для окончательного заполнения медицинской карты. То есть туда будут вынесены сведения о перенесенных заболеваниях, сведения о профилактических прививках, установлен основной и сопутствующие диагнозы, выставлена группа здоровья, физкультурная группа и даны рекомендации. И лечащий врач ребенка информирует родителя, когда он может забрать готовую подписанную медицинскую карту в регистратуре нашей поликлиники. Система, что вот в один день делают комиссионный такой день, для многих родителей очень удобно. Мы полчаса буквально, мы уже 4 врача прошли. Нам один вот остался. То есть очень быстро? Быстро. Я везде заняла очередь. Мы эту практику продолжим, но в то же время вот примем еще и другие дополнительные мероприятия, которые позволят все-таки август немного разгружать. Может быть, из-за того, что родители частично не знают, что уже за 3 месяца можно проходить этот медицинский осмотр, а может быть, из-за того, что родители знают, у них нет времени, и они считают, что придут в августе, все равно они пройдут. На будущее мы себе взяли в разработку. Вот вообще родители уже в апреле месяце знают о том, что им выделен место в детском саду и даже знает номер этого детского сада. Мы будем договоримся с Министерством образования, с управлениями образования, чтобы родителям сразу маленькую памятку выдать, что он уже с этого времени, начиная с мая-июня, может идти спокойно в поликлинику и проходить этот медицинский осмотр, чтобы вот в августе месяце никакого ажиотажа, никакого такого скопления большого количества людей у нас не наблюдалось.